Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, сегодня начали основание фундамента строительства мечети, большой мечети, иншааллах, в селе Цветковка, Кизлярский район, Республика Дагестан. Таким образом, братья собрались, альхамдулиллах, очень много братьев пришло. Вот, просим и вас, братья и сестры, чтобы оказали финансовую помощь в строительстве этой большой мечети, иншааллах. Пусть Всевышний Аллах одарит всех тех, кто помог в строительстве этой и другой мечети в судный день большими дворцами в райских садах, иншааллаху та'аля, так как пророк, саллаху алейхи ва саллям, обещал всем тому, кто поможет в строительстве мечети, хоть она будет, каких бы размеров она ни была, какой бы маленькой она ни была, что Всевышний Аллах одарит того мусульманина дворцами в райских садах, иншааллаху та'аля.